Второй вариант — на покупку недвижимости. Вунью, Ингус, Турисас. Рисуем на рубашке любой карты, которые не играли. И говорим: Тор, помоги, выбери лучшее за меня, прошу и заклинаю. Карту положить в коробочку от карт. Можно вместе с другими такими же носителями рун. Через год оставить всю коробочку в людном месте. Тор возвращаю, откупаюсь. Если исполнилось раньше, то другие руны на картах остаются. Эту ложим в другую пустую коробочку от карт. И также выносим в людное место с теми же словами. В любом случае, дольше года коробочку хранить нельзя. Ее также выносят с теми же словами. Ну, вот тут речь идет об исполнении как бы желания. Поэтому я выбрала карту исполнения желания. Если у вас есть какой-то вариант покупки коробочки карт, то убирайте черную колоду. Можете прикладывать свои желания. Сейчас спросить.